мы один из пилотных регионов, я имею в виду Тюменская область, в плане создания нового проекта партии «Национальные проекты глазами людей». Всего 8 регионов в стране, которые первые эту работу начали. И мы как образец для всех остальных регионов страны. Тут в чем суть? Партия создала платформу специальную, где указаны и очень наглядно, и очень удобно все наши объекты, допустим, в Тюменской области 486 объектов, которые должны быть построены, там, или реконструированы, или отремонтированы, и также мероприятия в рамках нацпроектов. Вот их 486. А вот поясните, пожалуйста, что это за объект? Ну, хотя бы вот несколько. Да, все что угодно. Дом культуры, детский садик, школа, да, дорога. Вот. И любой человек может сейчас набрать НГЛ, да, нацпроекты глазами людей, ngl.er.ru. Тут же высвечивается карта, набираешь Тюменская область. И там на карте в каждом муниципалитете все указано. Огромная работа проделана, очень удобно для людей. Да. И человек может нажать любой объект, допустим, он нажимает, ну, любой муниципалитет, допустим, Ишимский район, там, да, нажимает, там дом культуры строится. Все параметры фотографии этой стройки, все параметры. И наш депутат, закрепленный, мы закрепили всех депутатов за этими объектами, и областной думы, ну, единороссов имеется в виду, и местного уровня, он должен контролировать ход этих работ, и в случае каких-то сбоев на этом сайте об этом писать. И мало того, что сам депутат должен как бы вести эту работу, мы просим всех наших жителей области также заходить и либо там, если там все в порядке, сказать, что все в порядке, или что-то там не в порядке, значит, сказать, что не так. Вот. То есть, я считаю, это тоже наш новый проект, очень серьезный, очень для людей понятный, доступный и нужный. И я очень прошу всех тюменцев, значит, найти время, набрать ngl.er.ru. Кириллицы можно набирать в Рунете. Да и даже наберете, если в поисковой системе все равно это появится. И потом нацпроекты глазами людей. Нацпроекты глазами людей. Повторяю, только лишь 8 регионов, включая Тюменскую область, первыми это начали. Вот. Поэтому тюменцы уже могут им пользоваться, в отличие от многих других регионов. Другие будут попозже. Вот. Нам доверили, потому что мы, ну, считаемся, как наша партийная организация, скажем, такая более активная, более оперативная, действенная. У нас очень хорошие позиции у Тюменской парторганизации, среди наших всех партийных организаций России. Нам доверили это, и мы это сделали. Это была очень большая работа. Мы сами заводили все эти объекты, фотографии, информацию. Нам, естественно, помогало правительство, потому что без помощи нашего центра, без помощи наших структурных подразделений мы бы не смогли это сделать. Я благодарен губернатору за поддержку. Мы с ним, как только стало известно, что мы в это входим, в проект, мы с ним переговорили. Он оказал сразу же нам мощную поддержку, дал поручение всем, кому необходимо, структурам. И сейчас вся информация есть по всем этим объектам. По школам, по садикам, по дорогам, по там, культуре и почему угодно. Поэтому, уважаемые тюменцы, значит, заходите, это сделано для вас. Если есть какие-то замечания, допустим, видите, что стройка не вписывается в сроки, там написано, когда что должно быть сделано, когда должна быть, там, не знаю, фундамент сделан, когда должна быть крыша, когда должна быть территория благоустроена, когда должна быть сдача. Если вдруг что-то не так, вы можете писать, и мы будем принимать меры.